И Васика 60. Дома по этому адресу практически не существует. Хозяева квартир переехали еще в августе и сентябре прошлого года по программе переселения из аварийного жилья. Документы на снос старого здания улажены, к работе приступили специалисты. Сейчас одну половину здания развалим, вычистим весь мусор экскаватором, потом опять еще раз кран пригоним, так как подъезд только с одной стороны, со двора. Неделю шла подготовка к сносу. Сначала рабочие сняли полы, разобрали крышу и окна. Вывезли весь мусор. Дальше за дело взялась тяжелая техника. Массивный кран срывает стены. Луч света попал в темное царство этих старых комнат, но уже поздно. По словам местных жителей, в последнее время здесь обитали лишь люди без определенного места жительства. Поэтому даже красиво оформленных стен не жалко большой машине. Программа по переселению из ветхого жилья действовала 4 года. За это время в новые комфортные квартиры переехали почти 800 семей. По этому же проекту необходим снос аварийных зданий. В рамках завершения муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году планируется снос 20 аварийных домов. На сегодняшний день завершаем снос 5-го. Идем в графике, в общем-то, исполняя все намеченные планы. Дом по Ивасика 60 сотрут полностью с лица улицы примерно через неделю. Когда исчезнут стены, рабочие уберут весь мусор, разберут фундамент. Территорию засыпят грунтом. Дальнейшая судьба участка под вопросом. В приоритете создать зону отдыха для местных жителей. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс.